Алло. Привет, что делаешь? Привет, ничего. До встречи на танцполе. Ты же придешь? Нет, я не смогу. В смысле нет? Бьет бед, пульсом бьет бед, сезон танцев обед. I'm okay, I'm okay. Слушай, бейби, что с тобой стало? Ноги топ-топ-топ, куда-то меня ведут. В голове хип-хоп, и все о любви поют. Буду танцы здесь, не пускаем грусть. А вдруг там будет он? Прости меня за мой ответ. Ну, Маша! Давай отложим с тобою дела. Музыка двигает наши дела. Ну, Маш, ну давай, ну пошли! Ну, давай попробуем. Теперь давай танцуй! Что смущает тебя? Ребята, вы, наверное, не ожидали, что на моем канале выйдет песня в реальной жизни. Но нет ничего невозможного, я вам сняла его. Даже если вам показалось это чуть-чуть, вы не расстраивайтесь, потому что если здесь насобирается много пальцев вверх, я сниму для вас еще такое видео, и оно будет намного длиннее. Пользуясь случаем, хочу вам рассказать о суперфинале KFC Battle, который прошел в Москве 13-14 июля. Все, что было раньше, это просто банально. Срочный пост обо всем, что мы видим день за днем, заместим, создаем. Очень здорово, что у молодых ребят есть возможность поучаствовать в таком проекте. В этом году в моей категории было подано более 500 заявок. Я отобрала 7 финалистов, которые боролись за первое место продюсирования в команде XLR. Это просто нереально. Вы большие молодцы, кто участвовал. Работы были интересные, я знакомилась с финалистами. Было много-много всего очень крутого. Мы взрывная смесь. Это так легко. Погружайся с головой. Танцы. И это все KFC Battle. Обо всем подробно я вам расскажу уже в большом видео, которое выйдет в августе. Это будет отчет о нашем путешествии с KFC Battle. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Обязательно ставьте пальцы вверх, чтобы я еще вам сняла песни в реальной жизни, и они будут реально намного длиннее. А с вами была Марисен. Пока на связи через камеру. Иксо! Танцы — это жизнь, как ты, что сносит крышу.